За мной гонялись бывшие работодатели, так скажу в кавычках, компания ЧВК «Вагнер», Пригожин, его банда, ФСБ России, они там подключали уголовный розыск Российской Федерации, там, ну, при Министерстве внутренних дел. Угрожала опасность в том, что я буду схвачен, и то, что меня убьют, то, что пристрелят или еще хуже. Перелез через два забора, я был в масхалате, в белом. Вот, перелез через два забора, прошел лесок, и только вот когда уже выходил там, как я не знаю, залив это или озеро, что-то такое, короче. Я вот когда выходил уже на лед, я услышал лай собаки, повернулся, смотрю, люди с фонариками где-то, ну, где-то на расстоянии, может, 150 метров, бежали в мою сторону. Я развернулся, в противоположную сторону побежал вдоль леса, потом... Ну, сначала хотел напрямую через лед, увидел, что там еще где-то местами вода есть, что не совсем застыло. Я вдоль леса побежал, думал, туда поближе, где уже, ну, более крепче лед. Услышал два выстрела, пули прям просвистели так рядом, я достал, сломал телефон, выкинул в лес. И развернулся, и прям через лед побежал на свет. Там. Я опасаюсь мучительно умереть, очень сильно. А что делают, убивают, а как? Ну, я для них говорящая голова. Зачем это им надо? Я вообще, знаете, честно, я чудом считаю, что у меня все вот так вот получилось. У меня получилось выйти оттуда. У меня получилось несколько месяцев скрываться там. И у меня получилось именно приехать сюда. Это, ну, вам не кажется? Мне кажется, чудо на самом деле.